Неделю спустя после заездов, посвященных памяти олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова, велосипедисты-шоссейники вновь собрались на улице Ленина. На этот раз спортсмены вступили в борьбу за награды мемориала основателя Омской школы велоспорта Леонида Живодерова и чемпионата Сибирского федерального округа. Мемориал Леонида Ивановича Живодерова, родоначальника Омского велоспорта, это тренер, который подготовил первого олимпийского чемпиона в Омской области Геннадия Комнатова. Гонка очень престижная, и не только для Омской области, да, всех регионов. Здесь уже ребята приехали. Новосибирск, Кемерово, Республика Казахстан, Удмуртия. Стоит отметить, что эти соревнования очень престижны для спортсменов. На старт вышли 170 велосипедистов в разных возрастных группах. От юниоров до ветеранов, в числе которых и 14 членов сборной команды России. Будучи уже двукратным чемпионом мира, Эдуард Трап мечтал выиграть гонку вот на этом кольце. И у него не получилось действующим гонщиком. И он первый раз выиграл эту гонку, когда уже гонялся по ветеранам здесь. Это тоже трагедия у него была такая. Ну, я шучу, конечно, что трагедия. Но вот такие вот традиции сильнейшие были у нас в велосипедном спорте. Поэтому мы их должны продолжать. Внимание! Танц! Напомним, что формат гонки «Критериум», в котором проводятся майские состязания в Омске, подразумевает набор очков за каждый промежуточный финиш. Поэтому здесь спортсменам необходимо правильно распределять свои силы и заранее продумывать тактику преодоления дистанций. Уже тренировались и занимали также места первое, второе в Шымкенте, в городе, на таких же гонках. Уезжали в отрыв сейчас вдвоем, потом получилось, что вдвоем. Уехали, сперва было тяжело, конечно. Мы собрались, нас добирали много раз, но мы собрали все силы и начали побеждать. Гонка была сложнее, приехали ребята из Казахстана, темп был выше, ну и, соответственно, мы больше настраивались на 9-ю гонку, ну, на 9 мая, чем на 1 мая. То есть, и эту гонку я проехала лучше, чем 1 мая. Я ехала, получается, во втором отрыве, то есть, в первом все равно очень тяжело, потому что ребята из Казахстана намного сильнее были. Ну, будем стараться тренироваться, добирать. С особым интересом все наблюдали за работой победителей первомайской гонки – кемеровчанином Юрием Бутрехиным и омичом Никитой Киржайкиным. Парни показали слаженную работу и вновь стали лидерами в своих категориях. Два участника – лидеры. И кто первый? Юниор или мужчина? Юниор. Гонку, которую я проехал с Никитой, она очень... Такая продуктивная, я должен был выработаться, попробовать свою ногу против ветра, в скорости и в подъемчик. Ну, мне удалось, и я рад, что с более старшими ребятами удалось поработать. То есть, я думаю, это мне идет в плюс в плане подготовки. Ну, Юра атаковал, конечно, получилось у него падение небольшое. Вот, но он в итоге собрался в подъем, он выдал свой мощный спринт, и вот я к нему подсел, и мы уехали.